Всем привет! В этом видео расскажу, как победить акулу-носорога на Варуна-поинте. Естественно, это видео будет полезно только тем, кто дошел до этого босса и не знает, как его победить. То есть, тот, кто его уже прошел, можете смело выключать видео, потому что ничего нового вы, в принципе, не узнаете. Итак, вы плывете по очередному туннелю за лутом, подплываете к воротам очередным закрытым, начинаете лутаться, и тут... Е3 врывается акула-носорог и начинается с ним битва. Скажу сразу, в этой огромной локации есть очень много воздушных карманов, то есть пузырьки идут из воды, и также есть вот такие вот зоны, в которые можно заплыть и спокойно там отсиживаться, и акула вас там не достанет. Итак, чтобы победить акулу, вам нужно сделать так, чтобы акула сломала одну из колонн, вообще любую абсолютно. Когда она на вас нападает и когда она в вас врезается, вы очень далеко улетаете, имейте это в виду. Так что, если у вас там мало воздуха, то лучше как-то по-быстренькому найти источник этого воздуха. Итак, чтобы акула сломала одну из колонн, нужно натравить ее на себя, чтобы она начала вас атаковать. И в самый последний момент вы должны укрыться за колонной, и акула в нее врежется и сломает. В итоге образуется дырка, в которую нужно положить взрывную бочку. Опять же, направить акулу на колонну, чтобы эту бочку акула взорвала. В итоге, когда вся колонна уничтожилась, открывается вверху дырка, в которую вам нужно заплыть, и вы выплываете на точно такой же следующий этаж. Здесь уже тоже нужно, опять же, сломать колонны, только имейте это в виду. В этих колонн жизни побольше, то есть нужно несколько раз акулу натравить на эти колонны, чтобы в ней появилось место для бочки. Опять же, делайте все то же самое, взрываете, образуется на крыше дырка, вы в нее плывете. На последнем уровне уже одна очень жирная колонна, которую там надо 3 или 4 раза, чтобы акула в нее врезалась, и тогда можно будет положить очередную бочку. Акула опять же эту бочку взрывает, и все, вы ее победили. У вас опять же открывается проход дальше, но не забудьте залутать эту акулу, так как с нее падает 25 мяса акулы и также трофей. Это трофей, если что, не на голову, он ставится на плот. И выглядит он как-то так, то есть такая огромная просто штука. Все, в принципе, вот такая вот битва. Всем спасибо за просмотр, всем пока.